Двигаемся дальше. А вот насчет чушпана, как слово. У вас такое слово было в молодости в употреблении? Чушок. Чухан. Вот чухан. Зачуханный. Зачуханный. Да, оно там непонятно. Это как его? Если я правильно помню, в тюркских языках чучка. Чучка. Это по-узбекски, если правильно помню. Это свинья. Ну, и оттуда чушок, ну, как свинья, это грязный, в смысле, это подразумевается. Зачухан. Чушпан, зачуханный чушпан, это уже, так сказать, приблотненное. Вот. Ну да, ты не человек. У нас называли как-то старший шкет. Ну, это мало, мало. Это когда просто маленький, шкеты. Это указание на твое место в иерархии. Я пацан, а ты чушпан. То есть я принадлежу к группировке, а ты нет. Это важно. А вот то, что принадлежность к группировке обозначается вполне обычным словом. Ну, пацан. Угу. То есть как парень, да? Угу. Нет ли тут такого зачаточного, что вот есть люди, а есть. Это имена, ну. Да. Да. Когда вор заходит в камеру, первый вопрос – люди в хате есть? Люди – это воры, а не вы тут, всякая пиздота собравшаяся. Воры только, вот воры – это люди, а вы – нет, вы к этому никакого отношения вообще не имеете.